Анонс и точно до выхода 116 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 116 серия сериала выйдет в эфир 6 июня. В новой серии мы увидим, как все дела идут своим чередом. Пока Баран пытается сделать Дилан счастливой, взаимные недоразумения продолжаются. Баран понимает, что чем больше он пытается сделать ее счастливой, тем глубже он погружается. Он понимает, что Дилан одинока и поэтому очень обидчива. Кадир также понял по поведению Дилан, что она ревнует ее к Барану. Баран подслушал, как она пыталась утешить и успокоить ее. Дилан ведет себя очень эмоционально. Чувства девушки сильно измучены. Она продолжает ругать Барана и обвинять его в том, что он привык покупать все новое. Баран сталкивает Дилан и ее мать. Тогда Баран делает еще один шаг навстречу Дилан. 116 серия сериала выйдет в эфир 6 июня. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.